Катастрофа в Чернобыльской атомной электростанции отравила Землю на десятки лет. И до сих пор продолжает уносить жизни тех, кто боролся с неотвратимым приговором человечества. В тот день в полуразрушенной атомной электростанции человек сделал правильный выбор. Выбрав не богатство и всемогущество, а чистый воздух и тепло солнца, он уничтожил зону. И вместе с ней все алчные мечты тех, кто стремился к камню желаний. Зона исчезла, но... Один сталкер решил отказаться от заоблачной цели пройти к камню желаний. И забрав у убитого товарища ценный артефакт, решил покинуть зону. Но попал в руки русских спецслужб. Артефакт попал к русским и был направлен в город Лермонтов в сопровождении военных. Его везли на заброшенный по документам завод по добыче урана. Исследование чернобыльского артефакта было строго засекречено. Спустя некоторое время на заводе стали происходить странные вещи. Люди сходили с ума, грызлись по мелочам. Солдаты только и делали, что унимали раздраженных ученых. В кабинете профессора раздался выстрел. Сломав дверь, командир спецназа и его подчиненные увидели труп профессора. Его голова была пробита насквозь, но солдат по привычке жестом проверил пульс на его шее. Сработала пожарная тревога, и вскоре за ней раздались крики на всех этажах. Из нагрудной рации командира донеслись крики с КПП в подвале. Солдат кричал и звал на помощь. Из лаборатории, которая находилась в подвале, бежали солдаты, отстреливаясь в темный коридор, откуда наносились глухие стоны и шипения. Стоящий в дверях лаборатории солдат попятился назад. От увиденного он невольно вскрикнул и лихорадочно теребя затвор автомата. Командир обернулся и увидел. Профессор, тот вставал с кровавой пеной у разорванного рта. Командир не знал, что делать. Солдат стрелял в профессора, но тот навалился на него и стал рвать его на куски. Схватив ноутбук со стола, он бежал. Овсюду кричали люди, ревела сирена, и в воздухе висел тяжелый красный пар. Сев в машину, он вдавил газ в пол, пробил ворота КПП и, отъехав метров на 200, увидел языки пламени и красный густой дым, который разлетался во все стороны. Это зрелище было последним в его жизни. 1 августа 2009 года в 15:40 по московскому времени произошел мощный взрыв на Лермонтовской урановой станции, положив начало конца. Здравствуйте, в эфире новости. В связи с катастрофой в Лермонтове нам постоянно приходят новые данные о многочисленных жертвах, а также о растущем влиянии взрыва на окружающую среду. На пресс-конференции президент Российской Федерации уверил журналистов, что ситуация взята под контроль, экологической катастрофы удалось избежать. Регионам опасность не угрожает. Создана специальная группа контроля, которая будет направлена на место катастрофы. О причинах и виновниках аварии будет сообщаться дополнительно. Новости видел? И прислушай внимательно и без вопросов. Здесь с происходящим ты становишься все популярнее. Сейчас нет времени объяснять. Готовься, тебе скоро придут твои поклонники.
Я тебя уделаю, слышишь? Продырявил меня. На тебе, на!